Я больше 10 дней за границей не выдерживаю. Уже мне скучно, уже. А раньше-то как за границу? Приехала труппа, да, $25 в день, собственно, и по магазинам. О, какие магазины, боже мой. Сейчас у нас все есть. Нету никакого смысла. У нас и в Сочи замечательно, и в Крыму прекрасные санатории и прочее. От добра добра не ищут, понимаете? Вот. Поэтому я... Ну, есть космополиты, есть люди, которые, которым все равно, где работать, где писать. Вот. Но так получалось, что с нашими композиторами, что у них творчество, конечно, когда они уезжают за границу, это мы знаем по нашим великим, и по Рахманинову, и по Шаляпине, и другим писателям, что терялось очень многое. Да, и как бы между двух огней сюда приехали, вернулись, здесь тоже давление, которое подавляло личность. Очень непросто. Но для меня творчество, это для меня, вот как говорил Рязанов, у природы нет плохой погоды, мне что дождь, что жара. Если у меня есть о чем сказать, я говорю. И я рад, что у меня все время есть о чем сказать.